Я думаю, что в этом году мы уже реализуем проект «Торговый дом Молдова» в Нижнем Новгороде. Мы его обсуждали в прошлом году, когда с губернатором подписывали дорожную карту. В этом году мы должны уже это реализовать. Я реально очень хочу, чтобы та продукция, именно которую помнят еще, которая была в советское время, не то, что там устроили бардак последние годы, большинство молдавских фруктов из-за молдавских руководителей приезжали по молдавским документам польские яблоки. То есть я вижу на рынках, видел и Нижнего Новгорода, и Москвы, да, всей страны, видел фрукты, цветов, которых у нас в Молдове просто никогда не было, понимаете, они говорят... Молдавские, смотрю, молдавские у них документы. Поэтому и винная продукция, также некоторые продукты питания, значит, я уверен, будут понравиться нижегородцам именно по соотношению цена-качество. Мы хотим, чтобы свободная экономическая зона Бельц, и Бельц является хорошей площадкой для того, чтобы сегодня российские компании могли в том числе выходить на рынок Евросоюза. И для этого Бельская экономическая зона очень удобный инструмент.